Здравствуйте! Сейчас мы научимся собирать букет к 8 марта. Для этого мы будем использовать скимию, бувардию, розу, тюльпаны, фрези, анемоны и веронику. Для начала мы возьмем кустовую розу. Стебли нужно очистить от листьев, чтобы они не мешали собирать букет. Будем собирать букет по спирали. Букет наш будет собираться во французском стиле, поэтому цветочки будем группировать. Теперь возьмем тюльпанчики. Расположим их группой. И несколько цветочков, 3-5 цветочков, можно больше. Берем бувардию, также очищаем стебель, чтобы до линии связки у нас полностью он был очищен. Вставляем рядышком с тюльпанчиками. Букетик мы вращаем, крутим, смотрим со всех сторон, чтобы он был красивый. А в итоге он должен быть полусферой или круглый. Еще одну бувардию очищаем листик. Вы можете использовать нож или просто отрывать листья руками. Если это роза, естественно, используем нож, чтобы не поколоться. Берем для акцента анемончики. Они прекрасно сочетаются с красными тюльпанами. Она придаст динамики нашему букету. Тюльпаны всегда непослушно ведут себя в букете, поэтому не стесняемся их поправлять периодически, пока вы составляете букет. Они могут менять свое расположение. Освежить наш букет поможет скиния. Такой приятный зеленый цвет, который дополнит наш букет и поможет сделать более круглую форму. В принципе, наш букет готов. Осталось только связать его и украсить какой-нибудь упаковкой, либо завязать атласную ленту. Я думаю, сюда больше подойдет атласная лента. Можно завязать красивый бант. Для этого мы свяжем сначала букет технической лентой, потому что атласная лента так крепко держать не будет. А связку нужно, конечно, сделать крепкую, чтобы наш букетик держался, держал форму. Нам нужно удалить лишние стебли. Для этого мы возьмем секатор. Длину букета вы можете сделать на свое усмотрение. Ну, желательно, чтобы стебли, конечно, были на одной высоте. Берем нашу атласную ленту. Прикрываем техническую ленту. Отмеряем еще несколько кусочков для банта. Берем булавочку и прикалываем его к букету. Возьмем еще одну булавочку, просто для симметрии. Наш букет завершен. Я думаю, что его можно подарить и маме, и сестре, и жене.